Искитимский район вновь присоединился к областной оздоровительной акции «Шаги здоровья», которая приурочена к декаде пожилых людей. В этот раз она прошла в Леневском парке. Желающих принять участие стало заметно больше. Чтобы стать участником акции, сначала нужно пройти регистрацию. Медработник измерит давление, сатурацию, температуру. Оценит общее состояние здоровья. Если все в порядке, даст допуск. Давление, как у космонавтов, шутят пенсионеры. К оздоровительной акции готовы. В этом году мы организовали еще и плюс чаепитие. И у нас тут теплое помещение есть. Поэтому никто не замерзнет. Я надеюсь, что у всех будет хорошее настроение. Ну а задор у наших ветеранов присутствует всегда. Серая холодная погода – не повод унывать. Да и стоять долго на месте некогда. Соцработники совместно со спортивной школой подготовили различные станции. Например, потренировать зоркий глаз и меткую руку в дартсе или кольцеброси. А на оздоровительной гимнастике очень тихо. Ветераны внимательно слушают тренера. Специальные упражнения им пригодятся в повседневной жизни. Они просты, но очень эффективны. Еще вдох. И выдох. Зарядка – это хорошо. Мы теперь научились, как правильно ноги ставить, как правильно разминать голову, шею, руки, мышцы ног. Молодцы, что организовали нам такой праздник. Ты бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. С песнями и речевками ветераны переходят с этапа на этап. Как сдать нормы ГТО, им расскажут и покажут тренеры районной спортшколы. А вот стоит ли пробовать свои силы, каждый решает сам. Тренеры хвалят спортивную закалку женщин. Большинство своей ветеранской категории могут претендовать на золотой значок. Я всю жизнь занимаюсь спортом. Всегда. Во всем. Никогда не отстаю. Всегда. До сих пор, уже 72 года, я все еще продолжаю заниматься немножко. На последней станции обучат техники скандинавской ходьбы, вернее, поправят недочеты. Многие успешно занимаются не первый год. Название от пожилого человека мы уже уходим. Это день мудрости, элегантности, молодости. И поздравляем уже друг друга именно с этими названиями. В общем, охвачены все первичные организации. Все звонят, довольные, счастливые. И для нас, я думаю, эта декада пройдет на высоте. Мы ее запомним и будем ждать следующего года. Ветераны смеются, много шутят и двигаются. Унылой погоды никто не замечает. Получился настоящий праздник.